Всем привет, дорогие друзья! С вами Red Fox и Мутантики. Never been this deep into the zone before. Bet you a pitcher of grog there's ghouls out here. They're everywhere. И мы идем глубже в зону. Немножко лома. Look alive. We got company. Wait. That's a stalker. One of Hammond's. Он там стоит. Ну еще глянем, что у нас тут по краям. Вот, например. Воду не пускают. Тут, наверное, ничего нет. А нет, есть. Возможно, это копейки, которые не пригодятся. Но мы будем собирать. До чего доберемся, все. Так. Это значит сталкер. Stay right there. Who are you? You're Selma, right? You're a mutant like us on Hammond's team. Do I owe you money? No. Did I kill your brother? No. And Selma I am. Who are you? I'm Dux, and he's Borman. Hello? Like the only walking duck and boar in the whole arc? Come on. That's funny. I think you've mistaken me for someone who gives a duck. I've got to catch up to Hammond before it's too late. You're part of Hammond's crew. How did you get separated? It was weird. We were all hearing strange voices, not from the zone, in our heads. And that's when the ghouls ambushed us. After the fight, I was somehow blinded, paralyzed. I could barely move. I told Hammond I'd catch up to him when it wore off. Two long, rough days. Mm-hmm. But I'm better now. Весело у них. He headed up north to a crash site to find some metal ship. Says it was sent from Eden. I know. Do you believe him? If Hammond thinks there's an Eden, there's an Eden. Believe me. You guys are trying to find him too? And we can work together. This is insane. You want to go more north? Into Ghoul Central? They'll kill us. A lot of ghouls have tried to kill me, but I'm still here. So, am I part of your team or what? Как будто у нас выбор есть. Получено достижение охотница. Так, ты кто? Что? Насмешка. Подъем на возвышенность. Без помощи лестницы. Нифига себе. Хиппи. Действует в области, не дает врагу двигаться. Забавно. Опаньки, древний пистолет. Бесшумный. Зеленый глаз какой-то. Плюс 30 к дальности оружия. Пистолет использовали древними в прежних войнах. Сейчас найти пистолет в рабочем состоянии, ох, как непросто. Видно, упыри передавали его из поколения в поколение. 13 дальности, 2 патрона, 4 урона, 5 крита. Ну, урона, конечно, маловато, но он бесшумный. И дальности полно. Можно тебе лишние жало вместо перезарядки дать. Или дробовик. Тут два почти одинаковых оружия. Может отдать ей дробовик?
Давайте-ка. Так. А тебе так. Всё. У нее 7 очков, нифига себе. А что у нее по ХП? 6 штук, значит, не особо. Но у нее есть беги и стреляй потом. И защита низких укрытий. Возможно, насмешка, кстати, неплоха. Давайте возьмем супержилы. Увеличит дальность броска еще. По вашему приказу они оплетают врагов корнями. Попробуем. Это должно быть мощно. Так, ценного ничего не оставило тут. Нам куда идти? Нам налево или направо? Нет, нам налево. Мы пойдем посмотрим, что справа. Не ваши ребята лежат. Look at this. Some sort of path through the forest. Hard to notice. Вот это я заметил. Это что за хрень? Это по шоссе кто-то проехал? Свежие трупы. И никого не видать. Чему бы это? Или они не свежие? Ой-ой-ой-ой. Песик. Может, из этого забора можно неплохо пострелять песиков, мне кажется. Сохранится, ну ладно. С бесшумного пистолета. Вон там еще один, блин. Ну ладно. Not today, Dick White. С бесшумного арбалета. Нам не хватает урона. Даже с черепоколом, да? Yeah. С пистолета можно добить громко. Bullseye. Got that right. Nice. Не добежал. Где моя пушка?
Отойдем с линии огня. Нормально. Приложила. Так, оружия нет, боеприпасов. Serves you right. You finally figured out how to use that thing. Regrow. Так, у кого-то level up. You can have one hell of a flea market with this junk. Look at these weird machines. Where do you think they come from? Опа, нифига. Я думал, это монитор. Это электроника. Come on, let it be something good. Ариста шляпа. 20 вероятность крита попадания при атаке с возвышенности. Так, это надо этой тёлке дать. Потому что у нее теперь есть навык легко забраться на возвышенность. Да. И кому-то уровень дали, вот ей что ли? Тут три. Ну три мало, я вот думаю, что-то из этого взять. Чем плюс одно здоровье. Так, давайте все быстренько смотрим. Это проход куда-то дальше. Нам не надо. Elder Almighty, I've seen some crazy shit in the zone, but this takes the bullet. This house must have belonged to some small people. I mean, small, small. That is just the weirdest. Так, а что-то и все? Ну, кстати, была и горочка, можно было на нее залезть. Но тогда мы бы стреляли. А на нее, кстати, и можно залезть, потому что тут хорошие вещи. Но тогда мы бы стреляли с двумя сразу. Еще хлам не взял. Я смотрел? Нет, не смотрел. Все, молодцы. Прибарахлились. Идем по заданию. Руководство по эвакуации. Эвакуационный маршрут D1 Хега. Берите с собой только самое необходимое, прочие вещи на паромы не возьму. Теплые водонепроницаемые вещи, готовые консервированные или сушеная еда, простые инструменты, лекарства, предметы первой помощи. Никаких домашних животных и личных вещей, не помещающихся в обувную коробку. Сбор в центре Гетеборга, затем через мост. Так, сверните там, затем туда, пройдите через, поверните, ё-моё. Так, сядьте на паром, пункт назначения Хега. Ясно. Вот тут я вижу наверх дорожку, а нам по квесту куда-то не в эту сторону. Наверное, мы сходим посмотрим. КамАЗ, Газель. Он что-то лежит вдалеке, и кто-то ходит. Watch out for ghouls on the road. Кто-то висит. И вон кто-то шаман, вон я вижу. Давайте сохранимся.
Тут шоссе-то маленько засыпало. Мясник. 10 уровень. Кстати, сколько у него хп? 8. В принципе, его можно без проблем, если он еще раз так отойдет, его можно без проблем бесшумным оружием застрелить. Идет. Восемь хп, да, два выстрела. Блин, тут охотник 10 уровня. 16 хп, что-то немноговато. А там еще был шаман где-то на дороге, которого, по идее, надо первым валить. Давайте попробуем. Охотник не на палеве пока. Все, бой закончился. Hey, over here. Так. Куда ты побежала? Чего вы делаете? Можно по-тихому спереть этот ящик. Ой-ой-ой-ой. Медбот какой-то, робот, два брони. Но тут он не палит. What do we have here? Доспехи гладиатора. Две брони, две здоровья. Носитель неуязвим для критических попаданий. Так, это костер, я думал, лом. Так, ребятки. Отлично. Дакс, ты что там делаешь? Давайте-ка это кабану дадим, он наш танк. А это дадим, наверное, Даксу, он самый дохлый. Так, можно... Блин, у него 16 хп там на возвышенности, его так просто не зарашишь. Шестнадцать хп тоже.
Плюс вон еще. И там медобот этот сзади стоит. Я никого из них не убиваю бесшумно. Я и в перестрелке-то только одного завалю. Максимум. С максимальным шумом. В принципе, можно попробовать шамана. На 6 ему влетает из этой пушки. У этих выстрелы по 4. Маловато. С дробовика может новая девчонка садануть еще. I don't need an assist. Давайте сохранимся. Не знаю, как быстрое сохранение. Попробуем. Сейчас этот шаман подставится под выстрелы всех. Так, ну вот он в чистом поле стоит. 75% только попасть. Ну, надо брать. Так вообще 50 только. Hi there. У него дробовик. Можно, в принципе, еще гранатой угостить. Какая у нее граната? А вот, горючая смесь. Горючая смесь ни о чем. Но можно подождать, пока он подойдет. Так, что делать-то? Мы не убиваем его никак. Можно сделать бег и стрельба. Там он еще один стоит. Стрелять. 50% только шанс. А граната на 4 урона. Маловато тоже. Теперь враги нас точно услышали. Это один ход у меня отберет. Ну-ка. Никуда не уходи. Он может и позовет народ, но на следующий ход он точно сдохнет. О, они с дальней стороны выходят, меня это устраивает. Хотя они что-то толстые, по 8 хп. Ты недалеко ли бегаешь?
Так, вот эта тварь нам сейчас настреляет, мало не покажет. Тут еще попал бы с дробовика оттуда. У тебя что вообще? У тебя ключ гаечный, ты в ближнем бою дерешься. Сюда не отойти. Так, давайте уткой. Уткой проще всего. А, блин, да. Боеприпасов-то нема. Семьдесят 5% добивай его. Возможно, стоило приберечь вот этой хиппи на вот эту толпу. Этот не должен прям добежать и ударить. Он, конечно, далеко пробежал, но это было 2 очка действия. Что давай-ка за полное укрытие. Хотя он слезет вот сюда и шмальнет мне без укрытия. Ну ладно. Теперь тебя можно сюда. Ой, что ж ты будешь делать все время? И на Overwatch или на перезарядку. На Overwatch. Cauterizing stamps for a happy Overwatch. Да пошел ты знаешь куда? За полным укрытием попадать. А Overwatch что? Нет? Ход игрока. Ты что делаешь, гад? Это тот парень, которого мы убили втихую. Он его оживляет. Так, ну тот парень-то не проблема. Бежать ли мне кабаном сюда и жахнуть этого критом? А, крита-то не будет. Надо сводить это место для девочки, чтобы ее не расстреливали сверху. Для девочки отойти куда-то еще. Вот, кстати, ей можно отойти. Слишком далеко. Он с ножом. У него 8 хп, я его не убью за один выстрел. Надо, наверное, Overwatch ставить. Overwatch. Reinserting intestines into patient's body cavity. Happy to help. Понятно. Take the swine! Get ya!
Overwatch. Overwatch. Да ты издеваешься? Overwatch. Так, пока двое там тупят, это нам на пользу. Ну ты еще тут бы попал. Так. Это что за фигня? Надо перезарядить и попасть вот в этого. 50% мало. Ты что, издеваешься? Сейчас Дакса забьют. Просто кулаками. Если от него отбегу, он все равно подбежит и ударит. Если я дым под себя брошу, он меня найдет в дыму? Кстати, дым бесшумно бросается. Интересно. Давайте, ниндзя. Пробуем Ваню. Кажется, он меня видит. Happy. Так, этот не нападает, он хилит. Блин, нормальные вроде позиции были. Меня в результате все обошли и запинывают ногами. Закрыто дымом. Стрелять. Я наоборот ему плюс сделал, да? Стрелять нельзя, а бить руками в легкую. Ты не офигел от такой дальности? Operating. Ты вроде два хода его в прошлый раз воскрешал, а сейчас один? Нормально. Так, у нас 20 минут осталось на то, чтобы с ними разобраться. Или вообще с ними не связываться. Можно попробовать зафокусить. Этого охотника наверху. А шаман, черт с ними, пусть зовет, мы все равно не можем его убить.
6 в упор. Из дробовика 5, по-моему, в упор. Не складывается никак его убить. Такого охотника тоже 16 хп. Может, нам пока не сюда? Get your asses over here. Давайте-ка пойдем отсюда, как пришли. Похоже, нам сюда рановато. Я бы еще, конечно, попробовал пару-тройку раз, но на записи это смотреть, наверное, такое себе. Нам надо точно с бёрста, со стелса убивать, ну не со стелса, даже ломая стелс, убивать одного. А у нас нет другого прохода-то, да? А другого прохода и нет. Я думал, тут у нас... тогда ладно, тогда пошли обратно. Можно забить на шамана, пусть вызывает. Надо этих охотников пощелкать. Давайте сзади зайдем. Еще тут медбот воскрешатель. Утка, ты чё отстаешь? Можно тут попрятаться за деревья, у нас обойдут сбоку. Этого пострелять было бы неплохо. Давайте попробуем с охотника начать. Че тут за деревом-то нельзя спрятаться? Алло. Не понял. процентов всего у снайпера нашего. Ожидаемо. Двадцать поднял. We're having bird tonight. Get him. Getcha! Ну как так-то? Dead.
Сейчас нам два охотника. Да. Просто. Просто мимо. Injury detector care unit inbound. Injury analysis in progress. Так, ну это уже сразу не пойдет. Игра-то сложная. Сложность, правда, в основном в ХП врагов. Можно подхилиться, не жать аптечки. Давайте, наверное, так и сделаем. Так, и тут мы все-таки в безопасности какой-никакой от верхнего стрелка. I did that. What do you think about that, huh? Давайте даже не добьем его, если... то покалечим. А хиппи прибережем. В принципе, если его подпалить... Лучше палить, конечно, нескольких, а не одного. Половинчатое укрытие, этот сверху нас расстреляет. На самом деле наверх бы забраться втихую, но там не получается. Хотя это может и запрыгивать. Ты танкуй, у тебя две брони. Так что давай, не промахивайся мне тут. Рано, что сбивание с ног не дает никаких дебафов. Просто на одну клеточку переехали. И на этом все. Дальность у них дикая какая-то, а? Так. Перезаряжай, достреляй. Нет, обратно вот на того. Отличный выстрел. Вы что, себе издеваетесь? Оптом. Под обстрелом троих тут сидеть не хотелось бы.
Попробуем отойти. Перезарядить. Overwatch. Так, сверху слез хотя бы. И очень плохо встал. Triage. Do it now! Kill it! As good as dead! Cut, cut, cut that filthy mutant neck! Так, они меня так рашили. Рашнули неплохо. Блин, она не добегает сюда, чтобы еще и пострелять. А там на Overwatch охотник. Сюда подойдет и выстрелит. Что-то какой-то очень сложный бой, а мне уже пора на работу убегать, ребята. Нет боеприпасов. Надо вот сюда еще уходить. Тобой я вот не знаю, куда уходить. Ты никуда не добегаешь. Тут тебя еще подстрелят. Вон и так тебя подстрелят сейчас. Мимо. Ну, Сельма труп, можно ее положить поближе к нам. Да. А тут еще и не укрытие. Этот не должен за ход добежать, но вот этот перебежит на его место и пальнет. Как пить дать. Нафиг отсюда. Bye-bye. Stone cold. Overwatch. Да. Get the Porsche. Get Мое вообще ни в кого не падает этим Overwatch. Здорово.
Personal injury detected. Careful, you have killing to do. No time for rest now. You little tricksy scabber! Overwatch. Так. И чё ты подошёл? Почему это 85? Он стоит на открытый. Чё-то никого не зажигает моя пушка. И это прискорбно. Летают неплохо. Ну конечно. Чё не рашить-то? Охотники слишком меткие. We're a long way from the Arc Beast, boy! Чего? Чё такой плохой шанс попасть? А там куча овервотчей. Так, у меня патронов нет. Какая красота. Но мы можем перезарядить. И со злости тебе в морду бахнуть. Overwatch. Get the bird! Now! No sweat! Опа, он перезаряжался. На половинное укрытие им вообще плевать. Просто наплевать. Confirmative. He's lying down again. Operation. Operation started. Overwatch. You will soon be killing again. Overwatch. Сельма погибает. А что ж с ней сделать-то? Невозможно попасть. Чё это у тебя невозможно-то попасть? Если я сделаю вот так. Он еще раз подудел. Да. Overwatch. Entering sleep mode. Ты прям. Прям нормальный такой челлендж сходу. Размялись Overwatch. На тренировочке и сразу в бой. Гранатами, наверное, надо забрасывать этих Overwatch. Гадов, когда они собираются по нескольку штук. Типа вот так. One of ours is down! They took one of ours out! В принципе, если жахнуть было гранатой шамана вместе с вызванными им ребятами на второй ход.
вариант был неплохой. Don't step into the light. I'm on my way. Am I late for school? God, up with our spare ribs! As good as dead! Overwatch. Только сейчас этот робот обяд на всех нас воскрешает. Тварь такая. Тут нет прохода, что ты мне тут? Там даск погибает. Overwatch. Don't step into the light. I'm on my circuits are free. Overwatch. Get the fat one. No sweat on it. Death. Ни разу с Overwatch не попал. Ни разу. А вот и как-то попадаем тут. Ну-ка пошел нафиг, кстати, бот так не хилит. We are playing facial match. Have a super day. Если бота сшибать пушкой, он хилить не сможет. Но сейчас меня забьют за два удара дубинами. Your injuries have been attended to. Step further, medical needs. Чем надо зажиматься в этот угол? Других вариантов я не вижу. Только втроем. За КамАЗ и за камни. Но из-за камня они достают. Да. Игрушка-то суровая. У меня уже нет времени продолжать. Пора выбегать на работу. Но в следующей серии мы вернемся. Я надеюсь разобраться с этими гадами. Спасибо, что посмотрели. Это прохождение обещает быть интересным. Всем удачи. Всем пока.